Do it up now! Всем привет, с вами Камикадзе, как обычно. И сегодня будет опять обзор мода. Как вы видите, я на данный момент один. И смотрите, если вы хотите, чтобы я с вами заснял какой-нибудь обзор мода, то заходите в группу Raid Call. То есть она будет в описании. Смотрите, я один снимаю, мне как бы это не особо-то интересно снимать одному. А вдвоем как бы гораздо интереснее снимать. Так вот, если вы будете сидеть в моей группе Raid Call, и я захочу заснять что-либо, например, обзор модов, то же самое. И возьму, допустим, вас для снятия этого обзора мода. И как бы так. В общем, перейдем к моду. Собственно, этот мод добавляет банк опыта. Как он крафтится, я вам сейчас его покажу. Крафтится сундук Эндера, и два алмаза, и четыре обсидиана. Такая хранилка, короче. Да, короче. Если вы сюда сложите опыт свой, то если вы поставите еще где-то такой же XP, Ender XP chest, то вы там сможете забрать свой опыт, который положили здесь. И вот такой вот. То есть хранитель XP вашей. То есть вы здесь поставили, и здесь же можете забрать его. Крафт я вам опять-таки показываю. Все, я надеюсь, вы тут поставите паузу, посмотрите, если добавите себе этот мод. В общем, давайте-ка перейдем в не креатив, а в survival game. Выживание. Game мод 0. И дадим себе уровень. XP. Дадим себе уровень. Допустим, вы пришли с шахты там. Набили себе опыт. Ну, не столько, конечно, поменьше. Ну и ладно. И хотите сложить его сюда. Берете так. И делайте там сколько процентов от своего опыта вы хотите сложить. Например, 10%. Вот. Или это для себя. А, вот все. Так. Значит, вот так все забираем. Ложим, допустим, сюда 1%. Вот так. То есть вот. 1% это 655 уровней. Ну вот так, потом все вы сложили туда. Потом, допустим, сюда вы складываете весь свой опыт. Сюда приходите, хотите собрать, допустим, процент из этого опыта. Вот, 95 уровень. Потом идете к столу зачарований, чаруетесь, и все. Потом приходите, опять себе там, допустим, 10% опять его себе забираете. Вот так, допустим. Или, допустим, если у вас там осталось лишнее. Если у вас там, допустим, осталось лишнее, то вы можете сложить все. Я не знаю, как эта фигня работает. Что-то у меня сейчас фигня какая-то получилась. Ладно, в общем, крафтится легко, очень легко. Вот таким вот образом. Это не Эндер. Ну, даже ачивку дали вот. А, собственно, Эндер. Да, кстати, как это можно сделать, чтобы показывался тут уровень сверху? Я, честно говоря, я не знаю, как делается все это. Voxel меню, команда слэш. Нет, я не знаю, к сожалению. Вот здесь сложили вы свой опыт, вот у нас 5000 уровней. И здесь 5000 уровней. А если здесь у вас вот 0, то и, допустим, 400 сложили, а здесь ничего не появится. В общем, вот такой вот мод на хранение вашего уровня. Допустим, вы складываете сюда свой уровень и идете там на важную битву какую-нибудь. Допустим, если вы там умерли, то приходите и забираете свой опыт целый и невредимый. В общем, на этом мод себя, как бы, как я обычно говорю, исчерпываю. То есть здесь больше нечего сказать про этот мод. В общем, с вами был Камикадзе. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам этот мод понравился. Но если не понравился, то дизлайк тогда. В общем, опять же, я вам говорю, спасибо за просмотр. С вами был Камикадзе. Всем пока. Yeah.